пасмурный выходной день в детском парке с малышами гуляют бабушки и папы. Но активистов молодежного движения сегодня интересовали только мамочки. Школьники нарисовали поздравительные открытки и решили торжественно вручить их в честь грядущего праздника. Этот труд материнский такой благодарный. Мы говорим вам спасибо за заботу о подрастающем поколении. Всего вам самого хорошего. И вот эти открытки нарисовали школьники. Мы вам их дарим. Мамочки к поздравлениям оказались не готовы, смущались и терялись, но открытки принимали. Непосредственные детские рисунки всегда вызывают радостные улыбки. Участники проекта «НР-поколение школьного крыла движения» подготовили открытки с теплыми, добрыми пожеланиями. Быть матерью – это серьезный, сложный, но очень благодарный труд, ведь дети – это будущее нашей страны. На открытке был рисунок птички, цветочки, деревца, травка. И поздравления любимой своей матери. Я каждый год поздравляю свою маму. Так как я живу в области, здесь учусь, то я обязательно приеду к ней, поздравлю. И с самыми лучшими пожеланиями нежно ее обниму. Обнять и поцеловать мам у активистов будет возможность завтра. А сегодня они дарили ощущение праздника посетителям детского парка. Для чествования мам одного дня мало. Поздравлять и желать счастья самым близким женщинам на свете нужно ежедневно. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.